Сейчас мы зайдем в теплицы и посмотрим, говорят, там растут лимоны. И кроме лимонов, там растут еще и клубника, и зелень. И вот в этих трех теплицах общая площадь какая у каждой теплицы? 5 соток земель. 5 соток? Да. Каждая теплица по 5 соток. 15 соток под пленкой. Сейчас мы это все посмотрим. Это мы снимаем лимонарий. Да. Посередине вот у нас посажен грядка лимон. Слева, справа. Ну, пока она маленькая. Наверное, это одна единственная грядка здесь будет лимонная, да? Нет, во всех трех. Нет, ну вот да, в этом. Будет. Они будут, что, очень большие будут. Да, да, ага, да, ну и чтобы место не пропадало, пока по бокам посажена клубника. Да. Классно. А это вот капельная лента, да, капельный полив? Это все, мы витамины, воду все даем через капельную систему. Нет, тут пока помидорки, клубника. Да. Через 10 дней уже все. Уже готовенько. Лимоны вам зачем? Урожай продавать или для себя? Потом, сейчас для себя, а потом думаем на 1 гектар. Ну, это достаточно много, ведь будет 42 куста, да? Каждый. Это в каждой 3 теплице. Получается... Почти больше 120. А с каждого 4-летнего вот этого куста можно получить по 600-700 штук. С каждого урожая будет. 600-700 лимонов штук, или да. Килограмм? Нет, лимонов. Ну, лимон 10 грамм. 150. А вот это ваши, вот мы кушали очень вкусные таджикские лимоны, которые можно кушать вот оранжевые. Как... А, да, да, да. Это вот именно такие, это да? Сорт, да? Оранжевые вот оранжевые. Эти. Его можно прямо с этим. Как... Ну, они не такие кислые, как эти обычные, наоборот, их можно... Наоборот, они очень приятные, вкусные. Да-да-да. Наоборот, чуть-чуть сладковатый такой. Да-да-да, именно эти. Именно вот эти лимоны. Классные лимоны. А вообще вот, они понюхай. У нас... Их можно как апельсин есть дольками. Да-да, можно со шкуркой есть его. Угу. Когда свежие они еще вот в осеннее время, можно они со шкуркой. Они вообще как бы зимуют без укрытия? Зимой, наоборот, мы их укрываем. Нет, сейчас мы нет, скоро вот снимем. Взрослые. Да. Все равно. Они боятся мороза. Взрослые с укрытием все да. равно. Все, все. То есть они будут небольшие. Да, они будут большие. Ну нет, размером вот они будут подбираться. Будет где-то 1.5 метра, наверное. А, ну это не так много. Если ничего не трогать, даже достигнет вот эту высоту. А вы будете их обрезать, да? Конечно, мы подрезать. Очень любят обход нужен. Формировать, да? Много процессов. Лимон тоже как ребенок, очень капризный, с ним надо будет постоянно работать. Господа российские предприниматели, в России, как мне кажется, таких лимонов нету. Я не знаю, тут налаживайте бизнес, потому что я не знаю, где в России купить такие вкусные лимоны, которые можно есть как апельсин. Мы можем, значит, совместно с ними работать прямо на плантациях. Гектар, два, три, сколько угодно. Земля есть, условия есть, только работать. Так, мы зашли еще в одну теплицу. Что у нас здесь? Опять же, посередине вот эти кустарники лимонарника. В этом году вот эти маленькие кустарники достигают уже 2 метра. То есть они растут, да? Да, очень быстро до 2 метров будут. Вот эти маленькие кустарники. Там корень сейчас есть. Ага. И теперь смотрите, то, что зеленый, мы оставляем 1-2 ветки. Так. Они потом достигают своего размера, и уже со следующего года получаем здесь уже результат. Вот, лимон получим. Со следующего года, в общем, у нас будет лимон уже. А размножение у них какое? Отводками, да? Нет. Твоими гримми брымишками, да. Черенки. Да, в августе все уже будет. Так, и еще раз по агротехнике. Значит, вот эти вот зеленые листья, которые вот, вернее, ростки... Одну-две ветки оставляем. Одну-две, остальные все убираются. Да, потом из этого уже деревья получается. Из одной этой ветки получается большое дерево уже. Угу. Они быстро растут. Через неделю они уже на 20-30 сантиметров еще а вырастут. А плодоносят на какой год? На четвертый. Ну, это 3-3-летние они. Со следующего года мы уже получаем урожай. А хочу еще обратить внимание, что мы тут уже видим красную ягоду. Пожалуйста, сорвите. Красную ягоду. Сорвите. Я пойду сорву первую да. ягоду в Таджикистане. Да, да, да. Сорвите и покажите. И Катеньку прямо в рот.
Руки у нее. Собака. Да. Вот. И какой крупный, да, еще? А вкус какой? И тут она не одна. Да. Бадидарус. Вот через 10 дней здесь красный. Напоминаем, сегодня у нас 20 марта. Да. 1 апреля уже... Россияне, завидуйте. Ага, мы зашли в теплицу, где Прячет. Очень сильно пахнет кинзой, да? Да. Ну опять же, лимонарник вот посередине растет. А какие? То есть, с левой стороны... Байбу чемпион? Редиска. Кинза. Редиска чемпион? Зелень. Ай, уже. Пьер. Сейчас редиски попробует. То есть редиска в теплице, это понятно. Вот. Тут здесь кроме кинзы-то что еще посажено? Укроп. Укроп есть. Вот саженцы помидора есть. Мы будем их размножать. Вот видите, уже помидоры рассажены уже. Да. Вот по той, по правой грядке. Они по 6 метров. Год дают 35 килограмм урожая. Один вот этот. Один помидорчик. Конечно, они. 35 килограмм. 35 килограмм с куста. С одного куста, да. Здравствуйте. Здравствуйте, салам алейкум. Алейкум ассалам. А как ты? Дурор, мешом тебе. Да, с нами. До октября, наверное, да? Нет, они... Их можно держать до 18 месяцев, но мы их держим до 12. Это вот только что специальный помидор. Да, вон внизу. Нет, ну, растут, имеется в виду. Они 18 месяцев вот в условиях парниках. Отличная полтора года. Редиска. Да. Отличная. Куда продаем-то такой урожай? Ну, на базар, на местный базар. На местном базаре все продается, да? А сколько стоит вот на базаре? Вот мы не про оптовую цену говорим, а про розничную. Ну, килограмм стоит там... Я, если честно, не я занимаюсь, этим уже занимаются другие лица. Понятно. Поэтому то есть сбытом занимаются другие я. Лица. Да. Все они идут в чёрный. Конечно. Угу. Растут, ты чёрный. Не жарко. Спасибо.